Alonso. Да, вот на стадионе «Локомотив» в Москве. Сегодня в четверг. Опаснейший выход. И Джанаше открывает счет. Джанаше, вот то, что мы ждали. Срыв Джанаше, великолепная передача. Джанаше обыгрывает защитника и через голову вышедшего из ворот Луки Маркиджани забивает мяч. 1-0. Заза Джанаше. Перекрестился Заза Джанаше. Посмотрите, как он это сделал. А вы знаете, почему-то забил он этот мяч в тот момент, когда я начал вам говорить, что сегодня в четверг между двумя пасхами, католической и православной, московский «Локомотив» принимает итальянский клуб на своем поле. И вот, не дав мне сказать эти слова, Джанаше забил блестящий гол и после этого перекрестился. Смотрим еще раз, но смотрите, как красиво все сделал. И кульбит. Шестидесятая минута.